сегодняшней темы – индукция. Народная пословица, присказка. Выпросился остаться одну ночку, от одной ночки – две ночки, от двух ночек – две недели, от двух месяцев – два года, а от двух годков жил 30 лет. Стихотворение Робера Деснуса. Это такой французский поэт. Капитан Джонатан переплыл океан, и в пути пеликана поймал капитан. Пеликан Джонатана снес яйцо, и нежданно стало у капитана целых два пеликана. И второй пеликан снес яйцо, как ни странно, стало у Джонатана целых три пеликана. Будет род пеликана пребывать беспрестанно, если только омлет не спасет капитана. Так вот, идея математической индукции в том, что мы доказываем какое-то утверждение сначала для единицы или для самого маленького из чисел, которые есть в нашем распоряжении. Потом, пользуясь этим, доказываем для двойки, пользуясь этим, доказываем для тройки, потом для четверки, и так пойдет, 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 пойдет. Иногда, рассказывая про индукцию, говорят следующее. Представьте себе, что у нас есть очередь. Первый из тех, кто в этой очереди стоит, это женщина. И представьте себе, что есть приказ. Запрещено подстраиваться к женщине сзади мужчины. Вот вышел такой приказ. Нельзя. Если стоит женщина, то за ней занимать может только женщина. Вопрос. Если у нас в такой очереди, скажем, 100 человек стоит, можете вы сказать, кем будет сотый человек, мужчина или женщина? Женщина. Казалось бы, непонятно, а на самом деле понятно. Женщина, значит, вторая тоже женщина, третья тоже, значит, четвертая, и так далее. Иногда, ну, я лишен возможности, к сожалению, это вам показать, по чисто экономическим причинам, потому что этот фильм, он является несвободно распространяемым, но тем не менее, есть такой фильм. Ставят доминошки в каком-то совершенно чудовищном количестве. Многие тысячи доминошек прямо на городской площади. Только важно, чтобы площадь была достаточно ровная и чтобы действительно эти доминошки стояли. А дальше, значит, ставят их не просто, а так, чтобы любая доминошка при своем падении ударяла бы следующую. Понятно? Так вот, просто есть один из рекордов Гиннесса, состоит в том, извините, я не помню наизусть, но сколько-то там этих самых доминошек, и после того, как их все расставили, самую первую ударяют, и дальше пошла волна. Побежала, и прошла, и все доминошки упали. Это и есть объяснение того, что такое математическая индукция. Давайте по поводу терминологии. Значит, именно слово «индукция» придумано относительно недавно. В 1838 году придумал его Агёст де Морган. Это первый президент Лондонского королевского математического общества, которое было основано в 1865 году. Это человек, который был сыном полковника английских войск в Индии. Ну, в общем, совсем недавно придумано слово. Хотя, разумеется, математики знали метод индукции давным-давно. Представьте себе, что вам нужно придумать 10 разных
тех, из которых делится на любое из этих чисел. Повторяю, придумайте, пожалуйста, 10 натуральных чисел, сумма которых делится на каждое из них. Натуральные это числа 1, 2, 3, 4. Знаете, пока вы решаете, я расскажу такую байку. На прошлой неделе довелось нам пообщаться с уполномоченным по правам человека в Москве. Это вполне, что называется, такая уважаемая служба, что называется, у нас как на Западе. Вот. И спрашиваем, скажите, пожалуйста, какие дела вы рассматриваете, ну, по идее, вы должны там, кому-то помогать в случае нарушения каких-то прав человека и так далее. Ответ был совершенно потрясающий. Если дело может быть рассмотрено в суде, или если это дело рассматривается сейчас в суде, то уполномоченный по правам человека в это не вмешивается, потому что это означало бы обидеть судебную власть и высказать к ней недоверие. Согласны? Отлично. Ну как? Ну действительно, если дело рассматривается в суде, то по идее надо не давить на суд, а дать суду разобраться. А дальше? Хорошо. А если дело рассмотрено в суде, то в таком случае вы вмешиваетесь? Ответ. Нет. Если по делу уже есть судебное решение, то все граждане России должны выполнять это судебное решение. И, соответственно, ни в коем случае нельзя вмешиваться. Здорово. А это, между прочим, служба с немаленьким бюджетом, с немаленьким количеством сотрудников. Вот так. То есть, понимаете, наша страна – это страна имитации. Вот если на Западе парламент, туда выборы, то в нашей стране это имитация парламента, имитация выборов. Если на Западе есть понятие там, уполномоченный по правам человека, то в нашей стране это то же самое. Это имитация. И это очень грустно, что мы перенимаем с Запада только внешнюю оболочку, не перенимаем суть того, что происходит. Подсказка. А вы не решаете задачу сразу для 10 чисел. Вы возьмите ее для 3 чисел. Придумайте 3 числа, чтобы они были все разные, и их сумма делилась бы на каждое из них. Чему будет равна сумма 12?
12 делится на каждое из чисел. 1, 2, 3, 6. Так, теперь переходите к пяти числам. 13. Да? 12. Добавить еще, да? Да. Так, пишем. 1, 2, 3, 6, 12. А сумма какая будет? 24. Молодец. А дальше? А дальше вот какая сумма получается число? 24. Да, да. Вот это неправда. Это не правда. Самая настоящая правда. Если 24... Что? Я здесь пишу сумму. Здесь пишу числа 1, 2, 3, 6. А вот третья строчка, там не 24 сумма, там 25. Давай считай. 1 плюс 2, 3. 6, 12. А, понимаешь, если приписываешь одно число, не обязательно считать сумму заново. Можно просто прибавить приписанное число к тому, что было. А 12 плюс 12, безусловно, 24. Так вот, 48. Дальше что будет? 96, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48. Кстати, сколько это уже чисел? 7 штук. Уже 7 чисел. Дальше будет какое число? 192. Это будет сколько чисел? 1, 2, 3, 6, 12. 8 чисел, да? Дальше будет... 384. Это будет сколько чисел? 9. И, наконец, 700, совершенно верно, 68. Это сумма таких чисел. 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 и 384. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чисел. Разумеется, я не утверждаю, что нашел все решения. Потому что не обязательно было начинать именно с такого набора, и не обязательно было пользоваться этим правилом. Можно местами поменять. Можно местами поменять. Можно даже найти совсем другой набор чисел. Мне не это сейчас интересно. Мне интересно то, что набор из 10 чисел я не смог придумать, если бы просто сидел и наугад написал. Потому что несколько чисел я бы выписал, потом бы у меня не получилось, и все. А индукция позволяет дисциплинировать работу. Она позволяет уменьшить размер задачи и, соответственно, разобраться гораздо проще с маленькой задачей, чем с большой. Значит, сейчас абсолютно знаменитая задача, она во всех практических книжках про индукцию есть. Задача о разрезании шахматной доски, из которой вырезали одну клетку, на трехклеточные уголки. Давайте, здесь большая доска, поэтому я нарисую несколько досок. И попрошу вас решить каждую из этих задач. Значит, смотрите, беру шахматную доску. В произвольном месте вырезаю из нее одну клеточку. Дальше задаю вопрос, можно ли то, что осталось, а останется у меня доска из 63 клеток, разрезать на трехклеточные уголки. Уголок обязательно состоит, повторяю, из трех клеток. Так, сейчас сначала мы должны понять, сколько для того, чтобы решить эту задачу перебор, сколько я должен нарисовать досок. А?
Кто-нибудь знает? 64. Ответил пессимист. 64 доски. На самом деле, это неправда. Объясняю почему. Если я решил задачу, когда вот эта клетка вырезана, то я уже не могу не проверять этот угол, могу не проверять этот и этот. Согласны? Да. Точно так же. Если я решил задачу в этой клеточке, то вот эту клетку, эту я могу не проверять. Значит, вопрос. Сколько же по-настоящему разных задач надо решить? Нет, не 16. Посчитайте. Не слышу. Так, ребят, здесь мне нужно не просто число, а с объяснением. Пока что никто из вас ничего разумного не сказал. 8 доз. То есть, итак, я буду рисовать эти доски до тех пор, пока вы не скажете правильный ответ. Сколько я должен нарисовать досок? При повороте или симметрии всего переходит в одну из вот этих 10 клеток. А сейчас смотрите, что я сделаю. В одном случае я отмечаю так, в другом случае я отмечаю вот так. Вот вам третий случай, вот четвертый. Догадайтесь, что будет дальше. Пятый случай, шестой случай, так, седьмой, дальше восьмой, девятый и десятый. Вот они.
все 10 разных случаев. Если вы каждую из этих картинок решите, каждую из этих 10 картинок разрежете на треугольные уголки, то все будет сделано. Поняли? Поняли. Теперь подсказка. Конечно, я могу просто взять и резать. Но давайте-ка я сделаю клей. Я возьму доску 4 на 4. Ой, а еще лучше сначала 2 на 2. 2 на 2 это совсем замечательная доска. Вы понимаете, что вот это уголок? А? Самый, что здесь настоящий уголок. Доска 2 на 2. Так, а теперь беру доску 4 на 4 и говорю, что на доске 4 на 4 сколько клеток по существу разных? 16. Нет, не 16. Нет, не 16. 3. 3. Молодец. Конечно, 3. Сейчас увидите. Значит, вторая клетка вот такая. Это клетка, расположенная на границе, но не в углу. А третья клетка какая? Как словами выразить, куда я поставлю сейчас третью клетку? Я ее поставлю в центр. Одна из четырех центральных. Понимаете, что по существу других не бывает вариантов. Согласны? Вот. А теперь внимание. Как я буду резать это на уголке? Очень просто. Провожу вот такой вот разрез. Причем, заметьте, на всех досках абсолютно единообразно. Я вам лучше скажу. На этих досках я сделаю точно так же везде, и вам советую. Пожалуйста, быстренько везде на всех этих досках так сделайте. Чтобы она разделилась на две равные, не надо, на четыре равные части. Так, ну там у меня часть закрыта, но ничего, потом сделаю. Вот. И смотрите, что получится. У меня выделилась доска размером 4 на 4, в которой отмечена одна клетка. Так, давайте я все-таки на тему тоже сделаю. Совсем легко. Значит, провести вертикальную и горизонтальную линию. И здесь то же самое. Вертикальная и горизонтальная линия. Так, возвращаюсь к нашей задаче. Смотрите, я беру сейчас и вот это вот выделяю в качестве одного крестика. Одного крестика. Крестиками вырез уголок такой. Все понимают, что произошло? Да. Выделился такой уголок. В результате здесь получился уголок. Здесь уголок, здесь уголок и здесь уголок. Все, разбилось. И ровно так же я сделаю на каждой из этих картин. Значит, ребят, смотрите. Пожалуйста, в тетради у себя то же самое. Успейте сделать. Доска размером 4 на 4, где бы мы ни вырезали одну клеточку, режется на уголки. Теперь, считая, что это вы уже все понимаете, иду сюда и делаю ровно так. Значит, вырезаю вот такой вот уголок. Здесь вот ставлю крестик. И говорю, что у меня получились 4 задачи, каждая про доску размером. Каким размером? 4 на 4. Да? И, собственно говоря, все.
Это и есть решение задачи. Потому что про 4 на 4 у нас уже все сделано. То есть смотрите, как это просто. Вот так вот ставлю сюда эти крестики. Здесь то же самое. Везде одно и то же. То есть задача-то оказывается в высшей степени простая. Надо было просто догадаться, как ее свести к задаче меньшего размера. Понимаете? Вот они, вот он у меня. Да. Мне кажется, что это уже абсолютно понятно, и я даже время не трачу. Значит, итак, получается, что у меня задача свелась к задаче размером 4 на 4. Это возможно, про 4 на 4 у нас все сделано. Вот вам доска есть, на которой показаны все три варианта. Теперь для особо интеллектуально подготовленных, давайте я покажу еще раз, как здесь делается. Проводишь, здесь тоже проводишь, и здесь проводишь, да? После этого вырезаешь уголок, здесь вырезаешь уголок, и здесь тоже вырезаешь уголок. И все разбилось. Давайте я на каждой из картинок быстренько покажу, какой уголок надо вырезать. Значит, здесь надо вырезать вот такой, здесь такой. То есть надо вырезать не в той части, в которой вырезанная клетка. Здесь, естественно, надо вырезать уголок вот такой. Так, здесь вот такой. Ребята, огромная просьба, быстро каждый из вас завершите решение задач так же, как я сейчас показываю на доске, в каждой из фигур. Это легко. После того, как я нарисовал этот уголок, дальше остальное достраивается совершенно очевидным образом. Значит, итак, вот смотрите, вот у меня доска 4 на 4, вырезана клетка, она бьется на 4 доски 2 на 2 каждая. Здесь вырезаем такой уголок, все получается. Здесь вырезаем, здесь тоже вырезаем. Так, недолго осталось. Значит, итак, здесь вот режется, поэтому надо вырезать вот так. Здесь надо будет так вырезать. Так, вот такая штука. Такая. Надо признаться, что это я единственный раз в жизни так решаю эту задачу. Обычно, конечно, я ограничивался одной-двумя картинками, но в этом кабинете вот настолько замечательная доска, что, как видите, я не удержался и нарисовал все. Нарисовал все, так, здесь уже все сделано. Здесь вот. Чего ничего? Осталось всего две доски. Да, что? Все. Все у меня заканчивается. Последний линолик пришел. Победа. Задача полностью решена. Вот они, все 10 вариантов. Не обязательно было рисовать все 10 картинок. Это я так просто чтобы показать, какая здесь замечательная доска. На самом деле, надо было сказать просто следующее. Если мы решили задачу для доски размером 4 на 4, а внимание, чтобы решить эту задачу, достаточно было решить для 2 на 2 и дальше сказать вот эту вот вещь про вырезание уголков, то задачу для доски 8 на 8 мы решаем так. Берем, смотрим, где наша клетка. Режем доску на 4, каждая из которых размером 4 на 4. И вырезаем уголок, чтобы в каждой из этих досок оказалась бы ровно одна вырезанная клетка. После этого применяем вот такую штуку.
Следующая задача будет на ту же самую тему, а именно мы будем получать достаточно сложную конструкцию, начиная с конструкции простых. Тоже про индукцию будет задать. Странный король, который решил, что надо все время идти по диагонали, по диагонали, не по диагонали. Вот. То есть по диагонали, потом не по диагонали. По диагонали, не по диагонали. Требуется побывать на всех полях по одному графу. При этом его маршрут может сам пересекаться, пожалуйста. Но важно, чтобы он побывал на всех полях ровно по одному графу. Я сейчас вам нарисую такой маршрут, но, что называется, неправильно. То есть я покажу, как он может ходить, но при этом особой системы у меня не будет. И, соответственно, наверняка не получится. А может быть и получится. Смотрите как. Сейчас будет доска шахматная. Я выхожу. Ну, например, вот из этой точки. По диагонали, не по диагонали. По диагонали, не по диагонали. По диагонали. Не по диагонали, по диагонали, 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 не по диагонали. Оп! И дальше никуда не могу идти. Потому что сейчас мне надо идти по диагонали, а я там уже был. То есть повторяю задачу. Пройти по всем полям шахматной доски, на каждом поле побывать при этом ровно один раз, желательно вернуться в точку, с которой вы начнете путь. То есть, в принципе, есть конструкция. Нет, давайте так, давайте требуется вернуться, ладно? Это симпатичнее. Итак, последним ходом надо вернуться на поле, с которого вы начали движение. Вот. И при этом все время должны чередоваться диагональные и не диагональные ходы короля. А вот спросите. Да? А обязательно вот такая диагональная диагональ. Можно наоборот? Не диагональная, не диагональная. Это интересный вопрос. Дело в том, что если у нас последовательность периодическая, то я не понимаю, как вы узнаете разницу. Вот как в драке. Представьте себе, что идет у вас 10 лет ситуация, значит, вы ему по уху, он вам. Вы ему, он вам. И так 10 лет, каждый день по 100 раз. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сможет вспомнить, кто начал? Нет. Я тоже подозреваю, что уже не найдешь. Вот поэтому вопрос сначала по диагонали, а потом не по диагонали, он очень странный. Правда? Нет, понимаете, то есть, если у нас путь должен заканчиваться в той же точке, где он начинается, то, разумеется, не найдешь концов. У нас циклические машины. Не поймешь, что началось раньше, по диагонали или не по диагонали. Так вот, ребята, разумеется, кто-то из вас может быть настолько замечательным, настолько сообразительным, что через какое-то время придумает такой маршрут просто так. Но сегодня мы с вами на занятии, посвященном теме математической индукции. Поэтому давайте я вам объясню четкий и простой способ решения. Способ такой. Сначала берете доску размером 2 на 2. И решаете задачу для этой доски. Смотрите, король стоит здесь и идет по диагонали. П
поднимается, идет не по диагонали, идет по диагонали и идет сюда. Увидели? Абсолютно очевидный маршрут. Дальше. Решаете задачу для доски размером 2 на 4. Когда для нее сделаете, решаете задачу для доски размером 4 на 4. Когда для нее сделаете, решаете задачу для доски 4 на 8. Да, для доски размером 4 на 8. И когда вы ее сделаете, вот тогда уже для доски 8. Кто не побоится? Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, стоп, давайте помочь. Один человек выходит. Дальше посмотрим. Сейчас. 2 на 4. Да. 2 на 4. Как вы интересно делаете? Давай. Очень просто. Заводим нас вот здесь. Да. Еще три. Приходит сюда. Да. Потом сюда. Молодец. Так. По диагонали надо идти. Теперь сюда. Дальше. Сюда. 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 И сюда. И вот здесь. Молодец. А, давайте я... Можно просто это дальше. Отлично. Теперь смотрите. Чтобы из этого маршрута получить решение для доски 4 на 4 мы делаем следующее. Мы рисуем такую конфетку. Вот здесь, не дорисовывая один отрезок. Дальше симметричную рисуем здесь. Итак, смотрите. Все, возникла конструкция. Из двух таких конфеток мы сумели сделать, ну я не знаю, как это назвать, но машинка такая. 400 года. Вот. Теперь, что мы здесь делаем? Как поднять эту конструкцию? Да самым естественным образом. Смотрите. Я ее вот так вот поднимаю и рисую эту конструкцию. Так, это легко все. Вот, только, к сожалению, я чуть-чуть перетрудился. Потому что вот этот последний вертикальный отрезок на самом деле мне не нужен. Теперь такую же конструкцию рисую симметрично на этой половине. Это очень легко. Так. И теперь горизонтальными отрезками соединяю. А 8 на 8? Да очень легко. Да очень легко. Я беру вот эту штуку, рисую ее здесь. И даже очень быстро. Смотрите. Так, пошел вниз. Сюда. Очень советую, что называется, вслед за мной это сделать. Так, единственное, не ошибся ли? А нет, не ошибся. Горизонтально сюда и сюда. Все, получилось. Значит, теперь
абсолютно такую же конструкцию рисую снизу. Единственное, мне нужно догадаться, где они у меня соединятся. Можно было здесь, на самом деле, в любом месте. Давайте, например, вот здесь. Пусть они у меня будут соединяться здесь. Отлично. Значит, смотрите, в чем симметрично надо отражать, да? Смотрите, как все пойдет. Значит, пошло сюда. Так, давайте быстренько это рисуйте. Да, слушайте, конструкция настолько естественная, что у меня все получается, я даже почти вверх не смотрю, потому что все настолько просто. Так, и два вертикальных отрезка. Так, теперь давайте проверим, как же все будет на самом деле устроено. Вышел, накручиваю вот эти петельки, пошел, опять петельки накручиваю. Отлично. Мне удалось придумать довольно сложный рисунок. Нет, я не говорю, что вы не могли до него догадаться, разумеется, могли. Но эту конструкцию я сделал совсем очевидной благодаря тому, что перед этим была 8 на 4, а перед этим 4 на 4, а перед этим 4 на 2, а значит вообще 2 на 2. Вот это и есть основная идея того, что такое эволюция. Мы для маленьких чисел решаем задачу обычно легко, просто потому что числа маленькие, все очевидно. И зная решение для маленьких чисел, мы, соответственно, обычно легче получаем решение задачи для больших чисел. Так, следующая задача, давайте, будет тоже немудреная, задача о квадратах. Можно ли квадрат разрезать на, а вот дальше пошли варианты, на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Так, на 2 квадрата. Квадрат разрезать можно? Очевидно. Пишу. Нет. На 3? Нет. Нет. На 4? Да. Да, собственно, вот там разрезание на 4 квадрата. На 5? Да. Ну, на самом деле нет. Потому что, когда вы разрезаете, то у вас, видите, в каждом углу должен быть квадрат, это уже 4 квадрата. Но когда вы взяли квадрат и нарисовали у него в одном углу квадрат, в другом углу квадрат, в третьем углу квадрат и в четвертом, то возникает фигура, ну, мягко скажем, квадрат. Да? Вот. Конечно, вы можете сказать, что некоторые из них могут вот так вот пройти, но все равно такая фигура — это явно квадрат. Ну, не получается. Нет. На 5 нельзя. А вот интересно, на 6, на 7. Выйдем, скажем. Вот дальше давайте я принимаю только рисунки. Я принимаю только рисунки. Пожалуйста, выходите и показывайте, как квадрат можно разрезать. Ну и дальше. Пожалуйста. Здесь показано деление на 7 частей. Смотрите, какой у вас хитрый. Разрезал сначала на 4 равные части. Пожалуйста, покажи. И результат разделил тоже на 4 равные части, одну из этих частей. Получилось 7. Это не квадрат. Садитесь, пожалуйста. Квадрат — это прямоугольник. Надеюсь, уже у нас есть.
Садись. Итак, у нас есть деление на 4 части, на 7 частей. Так, молодец. На 9 частей получил. Так, это на сколько? На 10. Садимся. Это на 10 частей. Значит, давайте я вписываю ответ. Значит, на 6 частей у кого не получилось? Еще ни у кого. На 7 частей ответ – да. На 9 – тоже. И на 10 – тоже. Ну что? Пожалуй, наиболее важные сейчас две задачи – это на 6 и на 8. Хорошо. На 8. Я нашел. Вот здесь чистое место есть. Там никто не мешает. Число даже на доску не писал. Ну, так уж и быть. Так уж и быть. Ради вас 12, 13, 14. Но больше нельзя, ладно? Больше, чем на 16, пожалуйста, не надо. Да. Так, сейчас уже говорят, что на 8 едет. Смотрите, что она предлагает. Она предлагает посмотреть на эти 9 квадратиков и стереть вот эти. Смотрите, что получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разделение на 6 частей. Значит, сюда я пишу. Да? И мы молодцы. Мы решили. Теперь по числе 8. Здесь вот нарисовано, мягко скажем, не то, что надо. Давайте рассказываем, как надо было решать задачу для разрезания, для нахождения разрезания на 8 частей. Смотрите, режу квадрат. Ну, проще говоря, в тетради обычно рисую размером 4 на 4. Дальше стираю вот эти линии. Смотрите, что получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько? А вот это еще написал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, восемь. Здесь шесть, здесь восемь. Я совершенно сказал, да, это как-то уже нарисовано. Здесь. Итак, я пишу сюда слово «да». Так вот, я не хочу больше, чтобы вы мне рисовали картинки. Поскольку, если внимательно посмотреть на то, что у нас уже сделано на доске, то можно понять, каким легким образом можно решить задачу и для 11, и для 12, и вообще для любого большего числа. Вот эти несколько первоначальных картинок действительно были нужны. А дальше все очень легко. Расскажите, как? Да? У меня на 13. Нет, не у меня на 13. А какая конструкция? 10, да вот еще один квадрат надо... Молодец. 10. Вот 10. Это молодец. Да, конечно. Мы можем взять... И один из квадратов, неважно какой, разделить на 4 равные части. Тогда это будет не на 10, а на 13. Потому что один квадрат исчез. А 4 квадрата? Если у нас есть квадрат,
то мы его делим на 4 части и тем самым увеличиваем количество воды. Итак, если у меня есть картинка для 7, то я получаю картинку для 10. От 8 на 13, от 9 на 12. Если мне надо 13, иду от 10. Если надо 14, иду от 11. И так далее. Достаточно было получить 3 «да» подряд, в нашем случае 6, 7 и 8. И никаких после этого проблем у нас нет. Потому что, имея разделение на 6, на 7 и на 8 частей, за счет вот этой операции, за счет деления, знаете, что это показывает? Делишь, и вместо 4 частей становится 7. Делишь, и вместо 7 становится 10. Делишь, и вместо 10 становится 13. И так далее. И так, сколько угодно по 3 прибавляешь. Ну, в принципе, можно было решать задачу по-другому. Можно было посмотреть на картинку для 8 и понять, что на самом деле эта картинка годится для любого черного числа, начиная с 4. Смотрите, для 4, 6, 8 картинка выглядит практически одинаково. Значит, для 4 у нас какая история? Значит, есть один квадрат и вот такой поясок. Для 6 квадрат и поясок такой. Для 8 квадрат побольше и поясок. Такой же будет для любого четного числа. Так получается решение для четных чисел. Ну, а для нечетных это вот опять разделите 11 квадратов на две части и получится. Отлично. Отлично. Теперь давайте решим задачу опять. Дело серьезное, задача трудная, но она зато очень для вас полезна. Значит, ребята, представьте себе, что у вас имеется огромных размеров, ну, лучше всего прямо вот размером со всю эту аудиторию, испеченная пицца и нож для разрезания пиццы. Может быть, видели? Такой круглый бывает. Едет, да? И этот нож очень хорошо режет по прямой. Представьте себе, что вы сделали несколько разрезов. Вопрос. На какое количество частей при этом могла распасться наша пицца? Значит, смотрите. Если один разрез, очевидно, две части. Если два разреза, сколько частей? Четыре. Если три разреза? Семь. Давайте объясню почему. Первая часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Так, теперь четыре разреза. Восемь. Пожалуйста, у себя в тетради. Без ошибки посчитайте. Вот, пожалуйста. Вот здесь у меня 5 рыбок. Я вам нарисовал даже в случае, так, скажите, примерно, интересно. Раз, два, три, четыре, это в случае 5 прямых, а это в случае 6 прямых, да, все. Надо в каждом из этих случаев без ошибки посчитать количество областей.
каждый раз я кружочек буду обводить от первого. Дальше, конечно, можно было бы рисовать, но в какой-то момент надо все-таки остановиться. Задача. Какая закономерность управляет этими числами? Давайте я сейчас выпишу таблицу, где для каждого количества пыльных будет указано количество частей, на которые эти прямые разбивают плоскость. То есть работаем. Одна прямая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Да? А у нас, правда, конечно, прямых не столько. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы сегодня решим задачу для того. Итак, одна прямая, 3 прямые, 7 частей, 4, 11, 5 прямых, 16 частей, 6 прямых, 22 части. И вот дальше самое интересное. Я не хочу рисовать следующие картинки, но хочу знать ответ. Да, пожалуйста. Что такое 22? Это сумма каких чисел? 16 и 6. Молодцы. 22 это 16 и 6. А 16 это? 11. А 7? А 4? 2. Кстати, для любителей формалистики, смотрите-ка. Если на плоскости 0 пыльных, то они делят плоскость на одну часть. 1 плюс 1 – это как раз 2. Так что можно даже и для 0 прямых что-то сказать, хотя это, конечно, интересно. Вот. Закон очень простой. Каждое следующее число – это сумма стоящего над ним и слева. То есть здесь будет у нас что? 29. Докажите. Да? 22 плюс 7 равно 29. Докажите. Мало ли, какую закономерность вы в таблице нашли. Может быть, эта закономерность вначале работает, а потом нет. Нужно доказать, что если на плоскости проведены 7 прямых. Кстати, прямые, которые у нас проведены, называются прямые общего положения. Что это значит? Это значит, что каждая из них пересекает каждую другую, причем никакие три прямые не пересекаются в одной точке. Так вот, если на плоскости проведены 7 прямых общего положения, нужно доказать, что они разобьют плоскость именно на 29 частей. Требуется понять, как можно, не рисуя
Заметьте, я не хочу рисовать 7 прямых. Потому что уже 6 прямых. Нет, я же могу еще и 7 нарисовать, но чем больше прямых, тем ужаснее. Не слышу. В произвольном месте. Лишь бы она была не параллельна ничему и не проходила бы ни через какую из точек пересечения. Не обязательно рисовать 7 прямых. Давайте посмотрим, чем отличается картинка для 3 прямых от картинки для 2 прямых. Отличается она очень просто. Проведенный 3-й прямой. Согласны? Да. Отлично. А теперь внимание. Что делает 3-я прямая? Вот эта часть как была, так и осталась. Да, вот смотрите, вторая часть на этой картинке, на этой отсюда. 3-я часть, она на обеих картинках одинаковая. 1-я часть то же самое. Даже вот эта 4-я часть, она здесь есть. Но внимание, добавились 5-я, 6-я, 7-я. За счет чего? А за счет того, что эти три части, 1-я, 4-я, 3-я, были в нашей прямой разрезаны. Каждая была разрезана на 2 части. Вот давайте, посмотрите, пожалуйста. Вот она проходит у меня прямая. 1-я часть разрезается на 2, добавляется 1 часть. 4-я часть тоже разрезается, добавляется 1 часть. Везде добавляется 1 часть. Мораль. Я должен посчитать, на сколько частей разделяется прямая, и ровно столько частей добавится. Потому что вот этот луч разрезает 1-ю часть, добавляет 1-ю часть. Вот этот отрезок разрезает 4-ю часть, добавляет 1-ю часть. И вот этот луч тоже разрезает. Теперь посмотрите, как происходит переход от 3-х прямых к 4-м прямым. Ровно та же самая история. Я вот насчет 7-х, по-моему, там 27. Где там не 20, где там 29? Давайте посмотрим для 4-х. Что происходит при переходе от этой картинки к этой? Происходит добавление одной прямой. Вот она, добавляется прямая. Она некоторые части не пересекает, вот эту часть не пересекает, там, эту часть не пересекает, эту не пересекает. Но многие эту не пересекают, но многие части она пересекает. И обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, если вы посмотрите, то здесь 4 части. На 4 части разделена прямая. И, соответственно, добавились 4 части. Было 7, но 4 из этих частей разделились. Еще раз объясняю. Переход от одной картинки к другой осуществляется проведением прямой. Когда вы, вот скажем, на картинке, где 6 прямых, проводите 7-ю прямую, то смотрите, что у нас будет. Вот я беру и провожу эту самую 7-ю прямую линию. У нас некоторые части будут вообще не затронуты, а некоторые разрежутся. И те, кто разрежутся, разрежутся пополам. И смотрите, раз точка пересечения, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. На сколько частей будет разрезана вся прямая? 6 точками. На 7 частей. И вот этот луч, он одну часть разрезал на 2. Соответственно, добавится одна часть.
И этот отрезок разрезал бывшую 20-ю часть на две. Еще часть добавилась. Значит, добавится как раз равнёхонько 7 частей. Значит, будет здесь 29. А здесь у нас 29 и 8 будет 37. А здесь 46. А здесь 67. Вопрос. Кто из вас знает формулу для этих чисел? И кто из вас знает, как эти числа называются? Если честно, они называются никак. А вот если каждое из них уменьшить на единицу, давайте я не уберусь, я сейчас сделаю. И просьба вам тоже в тетради это сделать. То мы получим очень важную для математики последовательность, у которой уже есть название. Один, три, шесть, десять, пятнадцать, двадцать один, двадцать восемь, 36, 45, 55, 66. Как называется эта последовательность? Ух ты, не знаете? Хорошо. Да, да, да. Как эти числа называются? А я эту картинку уже не помню. Что-что? Да? Пирамида. Нет, это не так. Паскаль здесь ни при чем. Паскаль ни при чем, но это называются... Нет, еще раз, Паскаль ни при чем. Треугольные числа. Треугольные числа. Значит, ребята, смотрите, что такое число 15? Это 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Что такое 21? Сумма чисел от 1 до 6. 28. Сумма чисел от 1 до 7. И так далее. То есть, чтобы получить, например, число 46, вы должны сделать следующее. К единице прибавить такую сумму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот это треугольное число. Треугольное число 45. Это сумма всех чисел от 1 до 9. К нему прибавляется единица, просто потому, что все вот эти вот числа на единицу больше тех, что под ним. А здесь такая идея. И почему эта закономерность верна? Ну, потому что она верна в начале. Двойка – это 1 плюс 1. Она верна дальше. Четверка – это 1 плюс, 1 плюс 2. И так далее. Вот здесь у меня одно число, здесь у меня два числа. Потом семерка это 1 плюс 1 плюс 2 плюс 3 и так далее. Если она была верна в начале, то она будет верна и дальше. Естественно, я, если бы сейчас не попросил вас ровно такую же таблицу сделать, когда не прямые проходят, а окружности. Задача. На какое наибольшее число частей могут разбить плоскость несколько окружностей? Требуется так же, как я только что делал, нарисовать картинку, догадаться до закономерности,
И, соответственно, все у нас получится. Так, рисуем, и я одновременно с вами тоже рисую. Если на плоскости нарисована только одна плоскость, то, очевидно, она делит плоскость на две части, на внутреннюю и внешнюю. Если на плоскости нарисованы две плоскости, давайте считать. Получаются 4 части. Так, следующая картина. Ребята, у меня начались проблемы. Я хотел, чтобы было 16, но получилось действительно только число 4. Ничего. Вот у меня уже 5 окружностей. Неужели я сейчас буду считать этот ужас? Так, господа, получился ответ 22. Ну что? Что я вам могу сказать? Наверное, надо уже рисовать таблицу. Значит, здесь у меня количество окружностей, а под ними количество частей. 2, 4, 8, 14, 22. Две окружности, 3, 4, 5. Ну, смотрите, в принципе, я могу нарисовать 6 окружностей, но это уже на пределе моих художественных возможностей. Если пользоваться компьютером, могу нарисовать гораздо больше, потому что компьютер умеет точнее нарисовать окружности. Но я бы хотел, чтобы вы догадались до закономерности, да? Ну, прибавляется 2, получается 4. Теперь 4 прибавляется, теперь 6, теперь 8. Значит, если будет 6 окружностей, значит 30. Сколько будет? То будет на 32 разделены. Что вам надо? Вот это стул. Разделены. Все, будет... все, 32, как мать. Я напишу. Действительно, 32. Смотрите. Прибавляется двойка, прибавляется четверка, шестерка, 8, 10, а дальше обязательно прибавится 12, и будет ответ 44, и так далее. Ну, наверное, нужно все-таки обсудить, почему. Откуда? Откуда берется такая закономерность? Подсказка.
Надо вспомнить, как было с примером. Пожалуйста. Кто? Темное число 2, потом следующее число. Вы вообще не понимаете, чем мы здесь занимаемся. Ребята, числовая мистика не имеет ничего общего с математикой. Поймите же, пожалуйста. Вот люди, которые там сейчас стоят в очереди для того, чтобы посмотреть на 1 из 14 дошедших до нас там, поясов этой самой Богородицы, не имеет никакого отношения к математике. И то же самое, вот вся вот эта вот давайте посмотрим, там прибавилось 2, там прибавилось 4, там прибавилось 6. Понимаете, ну я здесь не пускаю там, не знаю, какой-нибудь газ, чтобы вас задурманить, да? Математикой занимаются люди на трезвую голову. Вы сейчас должны понять, почему, если вы проводите очередную окружность, то добавляется именно такое количество частей. Вот смотрите, была окружность, делила плоскость на две части. Тут, конечно, никаких доказательств не нужно. Провели новую. Почему частей стало 4? Вот посмотрите на это. Вот вы провели новую окружность. Вот она, новая окружность. Почему количество частей стало из 2 4 стало 4? Почему? Да? Если разделить точками эти отрезки, то будет 2. Не отрезки, называется. Если посмотреть на эти две точки, то вот эта дуга разделила круг на две части. И эта дуга разделила внешнюю область на вот эту и внешнюю. Так? Отлично. Теперь смотрим сейчас. Смотрим теперь, когда добавляется вот такая вот третья окружность к тем, что у нас были. Что при этом происходит с частями? Смотрите, первая часть, которая была, режется на две вот эти. Вот эта часть, которая была, режется на две такой дуги. Вот эта часть режется такой дугой. Внешняя часть делает такой. То есть количество добавляемых частей это в точности количество дуг, на которые разрезается наша окружность. Согласны? Да. Замечательно. Теперь глядите, вот она. Вот она, четвертая окружность добавляется. Вот к тем трем добавляется четвертая. Опять идея. Некоторые части уже вообще не режутся. А смотрите, а некоторые части, кстати, здесь две части не разрезались, ровно поэтому получилось не 16, а 14. Вот. А здесь вот эта дуга режет, то есть добавляет одну часть. Вот эта дуга режет бывшую на две и так далее. То есть, когда проводишь очередную окружность, то она с каждой из предыдущих окружностей даст максимум две точки пересечения. Поэтому количество кусочков, на которые новая окружность разобьется, это самое большее удвоенное количество старых окружностей. Вот отсюда и берутся эти самые наши числа. Хорошо?